нормально выполнять свою работу коммунальные службы или не могут, или просто не хотят. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. Улица Краснодонская, 1. По отдельным стоякам не работают полотенцесушители и регулярные перебои с горячей водой. Я не знаю, в каких вот женщин на нашем этаже, я случайно узнала, она сказала, у нас тоже не работает полотенцесушитель. Но я-то, меня интересовало, на нашем стояке поднялась на 9-й этаж, больше никто не открыл. А он говорит, да, нету, мучаемся, полотенцесушитель не работает. С горячей водой тоже, говорит, не поймешь чего. То дали, то отключили, и идет чуть теплая вода. К приходу рабочих вода идет горячее, чем обычно. Вот. Ну, в общем, неожиданности такие, что воды постоянно нету. Змеевик не работает с прошлого, вот, которое было лето. Его еще не включали. А летом загораживали одеялом байковым, потому что невозможно было зайти в ванную комнату. Он был настолько горячим. Вот. Ну, многие говорят, ладно, пусть работает, а то вообще не включат. Ну, его и действительно, вот начался сезон, он ни разу не был теплым. Неудобства, ну, вот лично для меня такие, что я могла бы подобрать момент искупаться, но в ванной комнате крайний стояк, холод. Все гигиенические процедуры делаю на кухне, грею газ. Здесь все время холодный, он еще не включался в этот сезон. Жаловалась, я ходила в администрацию промышленного района. Вот. После этого, ну, я стала ждать, думаю, быстро, конечно, это не может сделаться. Жду, никаких результатов. Ясский переулок 5. Жители этой и нескольких соседних двухэтажек тепла от котельной практически не получают. Отапливает котельная, а Волга теплоснаб. То есть отопление у нас через день. На данный момент вообще вот всю ночь и сегодня батареи холодные. Вот. И мы обращались много куда, приходило очень много писем у нас из железнодорожного района, и Лапушкина нам писала. Железнодорожная администрация Лапушкина, она писала нам, что примут меры. До сих пор в аппарат президента писали, обещали поставить нам другую котельную. Так как у нас котельная топится углем. То есть всего, по-моему, две котельные на весь город, которые топятся углем. А наши набитумные 3 вообще не хотят работать, вообще никак не хотят работать. Уже мы на протяжении вот 10 лет боремся с ними, постоянно письма, звоним, трубки диспетчера не берут, вообще бросают их, отвратительно разговаривают с нами. Так что вот мы не знаем, что больше делать. Обогреватель включаем. Вот, пожалуйста, свет, обогреватель. Газ. Задыхаемся. А тепла нету, а деньги платим хорошие ежемесячно. Да здесь нормально одеты и ходим. Это тут просто с кровати я встала, а так невозможно вставать. Пар идет в квартире. Сколько на градуснике было? 14 или 15 градусов? На улице теплее, наверное. У всех, да, плачевная ситуация. У всех плачевная ситуация. Все мерзнем, мы замерзаем. То есть сейчас 14 градусов, а у нас вообще холодные-прихолодные батареи. Сегодня всю ночь они были холодные, то есть это постоянно. То есть если они затопят, мы радуемся. Звоним, отвечают, они все время врут. То у них котел сломался, то они котел чистят, то еще что-нибудь, то бригада выехала. Они что-нибудь да придумают. А нам позвонили, сказали, что у нас все нормально. А мы говорим, а вы приедете и посмотрите, нам делать нечего, что мы вам названиваем. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.